сохранить крымско-татарский колорит и традиции. Одна из главных задач Министерства культуры Украины на ближайшее время. В ведомстве уже готовят соответствующий законопроект, а накануне специалисты представили стратегию сохранения и устойчивого развития культуры и самобытности крымских татар. Одна из ее составляющих – проект «Узоры мира». Он собрал мастеров, которые совместными усилиями реставрируют уникальную коллекцию артефактов крымско-татарской культуры. Также в планах популяризация культурного наследия крымских татар не только в украинском обществе, но и в других странах. Мы сейчас создаем, реконструируем достаточно большую, интересную коллекцию прикладного искусства, которая включает в себя предметы быта крымских татар, национальную одежду, ювелирные изделия, керамические изделия, металлические изделия. Крымско-татарское культурное наследие, оно имеет очень глубокий смысл, насыщенное, чувственное, глубокое, красивое. И это абсолютно не та картинка, которую, к сожалению, нам пытались навязывать, да, вот нашему сообществу на протяжении многих лет. Главная цель сегодня — сохранить крымско-татарскую культуру, потому что она находится под угрозой в Крыму, потому что территория оккупирована. По нашим данным, репрессивная политика не только по отношению к людям. Такая политика уничтожения применяется к материально-духовному наследию, когда, например, вывозят артефакты крымско-татарской культуры.